Гала-концерт на стадионе ко дню города – одно из главных культурных мероприятий в Измаиле. И подход к его подготовке соответствующий. В этом году из 60 с лишним номеров, предложенных нашими коллективами и исполнителями, отобрали ровно половину. На праздник прибыл оркестр 36-й отдельной бригады береговой обороны военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Под песню «Трубачи», исполненную лауреатом Всеукраинской премии «Ребенок года» Марией Мазоха, оркестр вышел к трибунам. А затем подарил измаильчанам свою программу. И это были не только военные марши, но и национальные мелодии, под которую музыканты духового оркестра под руководством дирижера майора Алексея Рябчука еще и пританцовывали. И это было так неожиданно, что сразу настроило измаильчан на праздничный лад. Перед началом концертной программы организаторы порадовали новой находкой. По гаревой дорожке прошли сначала воспитанники станции юных техников и спортивных школ города, а затем участники всех детских танцевальных коллективов, каждый из которых исполнял полуминутную визитную карточку. Ну а затем действие переместилось на сцену. Наши исполнители и коллективы приготовили лучшие свои номера. Это настоящие энтузиасты, которые выступили в программе концерта просто, как говорят, из любви к искусству. А при таких погодных условиях это вообще было сродни подвигу. Когда зрителей в пуховиках и куртках бил озноб, артисты выходили танцевать и петь в открытых концертных платьях и костюмах. Изюминкой этого концерта стали номера преподавателей двух музыкальных школ по классу вокала. Просто божественно пела Елена Онищенко. Стадион буквально взорвался аплодисментами после ее номера в академическом стиле. После долгого перерыва на сцену вышла и Тамара Годованец, основательница целой школы вокального мастерства в нашем городе. И это был настоящий сюрприз. Гвоздь программы – песня на итальянском языке, исполненная дуэтом с Еленой Онищенко. Наверное, и сами зрители не подозревали, что в нашем городе есть такие голоса. Высокую планку исполнительского мастерства поддержали преподаватель ДМШ-2 Наталья Смашникова, исполнившая отрывок из «Кармен Сюиты», и блистательная Екатерина Пуйческу. Гости программы – участница вокального проекта X-Factor, вошедшая в пятерку лучших вокалистов проекта Ирина Борисюк, а также группа Duke Time. Ирина Борисюк была мила, приветлива, покорила публику чистотой украинской речи и красивым вокалом. Не разочаровал и Duke Time. Все-таки только настоящие профи могут в жанре акапелла держать внимание публики в течение целого часа. Репертуар этого мужского секстета становится все шире и шире, включая и фольклорные произведения, и вокальные партии известных рок-композиций, и поп, и джаз. Финальная песня «Мы желаем счастья вам» прозвучала на фоне красот Измаила, выведенных на большой монитор у сцены. Великолепный праздничный салют не разочаровал, ведь многие приходят именно для того, чтобы полюбоваться на это световое шоу. Самые горячие остались на бесплатную дискотеку, которую вел диджей из Одессы. Остальные отправились греться по домам. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».